Фотография номер один – это воплощение ваших самых ярких новогодних фантазий. Семейные и индивидуальные фотосессии. Куйбышева, 65. Телефон 42 13 70. Специально к Новому году. Практичные подарки в магазине «Пирания». Гладильные доски европейского качества со скидкой 15%. Красина, 25. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Фотостудия «Фотография номер один» приглашает всех на новогодние фотосессии. Запись по телефону 42 13 70. Адрес: Куйбышева, 65. Специально к Новому году. Практичные подарки в магазине «Пирания». Гладильные доски европейского качества со скидкой 15%. Красина, 25. А теперь о прогнозе синоптиков. В ночь на среду Зауралье окажется под влиянием азиатского антициклона. Днем показания барометров начнут падать. Это скажется приближение циклонического вихря, из-за чего небо нахмурится и пройдет небольшой снег. В Екатеринбурге минус 5, минус 7. В Челябинске минус 4, минус 6. В Тюмени минус 6, минус 8. Слабый снег. В Кургане ночью облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха минус 11, минус 13. Днем в Кургане облачно, небольшой снег. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха минус 6, минус 8. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба. 16 декабря солнечная активность умеренная, гемонитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!